Господина образе, ведение Господина во путе, и благословена Господи путь. Прощение за свои прегрешения. Как сегодня мы молились создать
желателем, чтобы Господь простил все все грехи за прожитую жизнь представленного Валерия. Я надеюсь, что каждому из вас в ваших сердцах останется имя Его, и будете всегда молить Господа Создателя о Его упокоении в Царстве Небесном. Как воин, пусть Господь причтет к воинству небесному и помилует и простит раба Божьего Валерия. Она дарует здоровье всем родным и близким, приносим искренние соболезнования, Царство Небесное и вечный покой новопредставленному Валерию. Всех спасибо, Господи, за молитву и общение.